Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусные маринованные помидоры. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! 800 граммов репчатого лука нарезаем тонкими перьями. Помещаем его в миску, заливаем крутым кипятком ровно на 1 минуту, а затем откидываем на сито. Теперь берем чисто вымытую банку, на дно кладем подготовленный лук. Закладываем помидоры, чем плотнее, тем лучше. У меня было 2 килограмма и 200 граммов небольших помидоров сливок. Их хватило на 4 литровые баночки. Сверху выкладываем еще слой лука. И прикрываем банку крышкой. Дальше готовим маринад. Наливаем в кастрюлю 1 литр воды. Добавляем 20 граммов соли, 50 граммов сахара и начинаем содержимое кастрюли нагревать. Кипятить маринад не нужно. Наша задача полностью растворить все кристаллики. После чего огонь выключаем, а в кастрюлю добавляем 50 мл 9% уксуса и хорошо размешиваем. Затем заливаем этим маринадом наши помидоры. Маринада может понадобиться чуть больше. Мне хватило 1 литра. Дальше устанавливаем банки с помидорами в застеленную полотенцем кастрюлю. Заливаем по плечики теплой водой примерно такой же температуры, как и маринад в банках, и доводим до кипения на умеренном огне. С момента закипания воды в кастрюле стерилизуем помидоры на небольшом огне ровно 10 минут. Затем аккуратно достаем банки из воды, закатываем их, переворачиваем, накрываем чем-то теплым и оставляем до полного остывания. Вот и все. Очень вкусные маринованные помидоры на зиму готовы. Хранить их можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.